Вот оно что, вот оно что. Ой, пиздой. Все, что вашей душе угодно. Купаться будем. Надо все-все съесть. И кефир, ряженка. И вообще мой с папой оказались мокрые. А папа? Лежный диван. Вы рисовали, что ли? Привет, моя любовь. Эй, Сэдди, да мы заходим. Иди сюда, иди ко мне. Привет, привет, мои сладкие мальчики. Привет. Как порисовали, Сэдди? Как я свой, ты на полу нарисовал, да? Ой, какой ты, какой ты. Где ты взял карандаши? Можно узнать, а? Можно узнать? Где ты карандаши взял? Жопу ты, свечки. Тапонька, мое солнышко. А, тут все, самокат-то я не взяла. Ой, всем привет, господи, еле доехала. Вроде как бы не так прям холодно, но... Так, вот мои. Еще не успели соскучиться, скажи, не успела уехать? Так вот я приехала, да? Где ты? Взял данные карандаши, так еще и тут... Ой, как это все втирает, интересно. Так, папа, папа не дома отъехал, так. Ну что, кстати, обои, если что, не собаки. Просто уже, когда мыли, видимо, очень сильно это намочили. Так, надо ручки. Вот оно что, вот оно что. Уронил тут все на свете. Ой, ну что, проходите, проходите, товарищи. Ой, так хорошо дома. Здесь полочка сломалась, надо будет починить ее. Вот, я, в общем, приехала. Ой, приехала, кстати. Я приехала. Я уже говорила, что я хожу в зал. На прошлой неделе 3 раза ездила. Вот, сейчас приехала. Со Стасом доехали до остановки. Ой, до остановки, до метро. Я оттуда вышла и до сюда ехала. Получается, у нас сейчас еще 11 нет. Я уже тут. Взяла ноутбук, так что схожу, позанимаюсь в зал, поработаю. Посижу с собачками. С папой. Собаки здесь... Ну, я думаю, до выходных, вот. Еще надо в СДЭК будет зайти, забрать посылочку. И, в принципе, все, наверное, вот. Ну, а сейчас надо что сделать? Правильно. Помыть руки, поцеловать собак и выпить кофе. Мне, не тебе, Сэдди. И сядьки. Надо вас еще помыть. Шляпки, тапонька, ты рад? Ты рад, скажи, мой хороший, мой хороший. Хотела вам еще одну красоту показать. Нашла фикс прайс. Я стараюсь заходить во все фикс прайсы, которые вижу, ну, вот именно в новые, потому что у них бывают какие-то интересные декоративные фигурки, штучки. Знаете, я искала на Озоне, на Вайбрсе, на Алиэкспрессе вот именно вот такую вот тыковку, куда можно будет что-то сложить.
И везде они, знаете, были там по 500, по 600, по 700 рублей. А здесь, в принципе, вот именно тот размер, который я хотела, он стоил, получается, 299 рублей, а вот этот горшочек 250 рублей. Я думаю, свечку поставить. Вот, но так как мне было это все далеко везти, я взяла только одну тыковку, но я, если честно, хочу еще одну, потому что я так давно хотела. Не знаю, тогда можно и печеньки складывать, все, что вашей душе угодно. Но я хотела, чтобы они именно были в количестве от 2 штук. А вот такую вот, думаю, знаете, на камень можно поставить, либо, знаете, даже можно как-то повесить, как вариант, да, и туда свечку. И еще я заказала, уже потихонечку готовимся к Новому году, надо заранее там заказать, купить какие-то гирлянды, хотим дом украсить тоже снаружи. Вот, если все нормально, то я думаю, там мы до зимы останемся. Вы меня часто спрашиваете, когда в город, честно, не знаю. Пока там. Нам хорошо там с животными, и пока еще не такие холода, все нормально. Отопление вот-вот уже будет, да? Эти, Седечка, надо тебя помыть, купаться. Купаться будем? Что опять с губой? Ты не хочешь купаться? Хочешь, Тася, а ты хочешь? Не особо, да? Ой, Тафи, папа. Что? А ты, Сэд, кто ж съел? Сэд, ты что, завтра порции пришел? Морковочку папа дал. Ой, какая вкусная. Хрустященькая. Светочка. Товарищ Тафи. Правильно. Надо все-все съесть. Так, ну что, сейчас будем купать собак, да? Сладкие булочки. Я думаю, начнем с кого? Знаете, с Этики. А то он самый довольный у нас. Нет! Да меня чуть душевая немножко перевернулась. Давай с маленького начнем. Я думаю, да. Тащи его тогда. С дрища. О, да, Паша, купаться, купаться. Ой, ой. Сади, ты купаться будешь? А потом кефир есть? Не кефир, а ряженка. Ряженку, ничего себе. Ой, пап, ты надел черное. Слушай, ну да. Можно ставить? Да. Ну что, приступаем к купанию. Замачиваем? Да. А шампунь где-то взяли? Ой, да, а ушко. Да, шампунь появился. Ты не затыкаешь уши? Нет, так я же это, на голову не мелью. С цитрусом. Давай замачивать его, ушки. Не перевернется? Нет, я же просто дай положить. Ух ты! Ничего себе! Еще, да? А там его надо разбавить чуть-чуть. Стоило выключить камеру, и, в общем, мы с папой оказались мокрые. А папа одел новую маечку. Не новую, а чистую. Тебе тоже помыть шампунькой? Перевернулся душ. От мокрых псов, как это называется? Сейчас проверю, где там Тафи. Спрятался, да? Тафи уже спрятанный? Ой, его тут не видно. Тафи? А ты злятки, а ты такой злятки, сейчас тоже купаться будешь, да? А второй платьишко у нас? Вот я принес. Ой, подожди. Что-то пенное. Уши пенные. Это как, Дэнни? На ушку немножечко. Ну что, а ты на трещице не будешь? Будет, явно. Ну дождемся, когда мы его спустим, чтобы нас целиком... Все, молодец, сейчас будешь валяться. Ой, не посмотри, папа. Ну вот этого красавца, с легким паром. Фу. Не удержалась. Ты-то не мытая. А, ты что же с тренировки? Я ждаю, что. Надо жопку отжать. Жопку отжали. Прикольный сленг. Сейчас будет... Нет, не полотенце, как это. Будем по старинке
нормальным полотенцем. У нас просто одно только большое полотенце банное, второе в стирке. Дела? Вот что надо было на день рождения дарить. Полотенечко махровое, турецкое какое-нибудь. Какие-то игрушки, то щетки немыслимые, какое-то пиво. Вот собрали бы, как дали бы. Ай, сладкий, как Сэдди любит после купания лежать на полотешке. Это же вообще... На котором он не будет лежать. Потому что тафика будем вытирать им же. А он на этом полежит. Ах, ты хороший. Сними с тафи. Он уже бежать готов. А вот это. У самоката. Я и моя тафи. Да, какие-то гамаши тут такие стоят. Я их уберу вот сюда в стороночку. Так, ну ладно. Тафончика, ты next. Цели, пойдем. Пойдем. Опа. Он представляет, что... Пап, ты тафи с ногой сади, снимай. Тут получилось три коня. Два на картинке. Боже. Надо было не мыть мне пол. Надо его помыть. Но у меня новая швабра теперь. Что, поехали? Да. Купаться? Пойдем купаться, купаться. Блин. Опа! Все мокрое. Ой, а что такое? Чего ты так напуганный какой-то? А что такое? Купаться же будем, купаться. А потом вкусняшки кушать. Ага. Есть вкусняшки. Тут я себе морковку почувствую. Ну, я на грязную хочу, как вкусняшечка у нас. У нас здесь давно не вкусняшечка ряженькая. А рацион питания. А что? Ну что такое? А обдерешь остатки обоев, которые там торчат. Что глазки подтекают интенсивно. Я вообще не понимаю, уже эр поменяли. Причем у Сетки все нормально. Сетки всегда уже готовы. Зачистил этот город, все мокрое. Ой, какая пушистая попка. Белый диван. Как мы любим обтираться. Сэдди, что убежаешь в шахматку? Сэдди!
16 рублей. Ой, ой. Ну покажи игрушку, ой, тихо-тихо, не поделитесь. А есть такой простой айфоновский? Да. В общем, сюда поставили стол. Честно, мало места, не можем понять, как лучше сделать. Потому что, когда мы со Стасом вместе работаем здесь, тут темно, получается неудобно вдвоем в одной комнате. И я когда работала здесь, когда здесь был диван, мне было, в принципе, комфортно. И я что придумала? Там у нас обычно стоит подстилка, и мне, в принципе, нравится, как она там помещается. Единственное, когда я поставила стол, естественно, неудобно, я предложила купить, не столешницу, а какой-нибудь, раз предложил мебельный щит, вот, и сделать по размеру ноутбука. То есть вот я отмерила, чтобы мне помещался ноутбук, мышка и, самое главное, конечно же, кружечка. То есть вот такого где-то размера. Получается, что когда я буду сидеть работать, если мне будет мешать посилка, я могу просто убрать. Что-то я мысль потеряла. В общем, я хочу, чтобы у меня было такое рабочее место здесь, рядом вот с батареей. Тут уже розетка, и это потому, что мы думали рабочее место сделать тут, в общем, делать подстановку. Ну, в общем, проще, вот если честно, мне кажется, в этот угол. Если не, когда надоест или что-то не понравится, все это можно, естественно, снять. Это не проблема. Вот.